Здарова всем, друзья, с вами DoublePlay, а на этот раз у нас игра под названием Cave. Это означает пещеры, да, кажется, или же подземелье, одно из двух, но я точно знаю, что это с этим связано. Музыка такая классная, конечно, играет сейчас, надеюсь, она без авторских прав. Что-то вроде как бы RPG должно быть, давно мне кто-то советовал в комментариях, я уже не помню, ребят. Кто-то мне из комментариев, короче, из подписчиков или зрителей меня советовал, поэтому давайте поиграем в нее, посмотрим, что из себя эта игра представляет. Легкий, нормальный, тяжелый режим. Так, урон 70%, 100%, то есть потери при смерти 0%. Ну вот, когда тяжелый, типа мы что-то начинаем терять. Давайте начнем за нормальный играть режим. Выберите ячейку сохранения. Давайте пустой слот. Ага. Кто-то выглядит, так скажем, по-современному, да? Какая-то лаборатория, электричество. То есть это не идет как что-то средневековое. Эффекты. Автоматическое, так, тут создание персонажа. Подождите. Фактически распознавание зелья, лечение, энергия плюс здесь, здоровье плюс этот. А ну-ка, что там дальше у нас? То есть остальные персонажи вроде как закрыты, да? Тип брони проходчик, а ну-ка. Ну да, типа все закрыты, только один персонаж. А вот из этого что у нас такое? Способность суперскорость позволяет совершать несколько действий в течение одного хода. Текущий уровень скорости позволяет совершить до двух действий. Ага, то есть это еще способности мы прокачиваем. Способность телепортации позволяет телепортироваться в выбранную клетку или наносить базовые телепорт-удары по врагам. Нормально. А, остальное закрыто. Клетку или наносить базовый телепорт. Ну, давайте за обычную тоже поставим. Я просто еще ни разу не играл в нее и не пойму, насколько это важно, так скажем, та или иная способность. Насколько она круче и так далее. Ну, типа, в каких ситуациях оно пригодится мне? Потому что я не знаю, как в нее играть еще. Так, груша для битья. А что это такое? Ближний урон 20, дальний урон 20. Так, силу. Ага, если силу прокачиваем, то сразу 40. А ловкость, скорее всего, дальний урон, да? Да, все верно. Только смотрите, сила еще и хп нам повышает. Удача же. Так, крит урон у нас 0, но шанс есть. Ну, 5, даже если сработает шанс, да, критически, то оно не прибавит нам урона. Поэтому давайте хотя бы одну вкачаем. И еще дроп предметов, да, у нас будет нормально. Давайте силу. А насчет ближний или дальний бой, опять-таки, я не знаю. Но зато я уверен, что если я силу прокачаю, я прокачаю себе хп. Давайте поэтому силу вкачаем и чуть-чуть удачи. Чтобы хоть какой-то крит урон пролетал по врагам. База данных обновлена, новый предмет добавлен. Убежище — это отправная точка. Здесь можно установить особые модули для брони и произвести улучшение на фабрике. Подробная информация об улучшениях и модулях можно получить, просто кликнув по иконке. Также в убежище можно вернуться с помощью транзитного портала. Этот портал расположен на каждой второй локации. То есть возвращаешься навсегда или можно будет туда и обратно. Это, конечно, интересно. Сила влияет на базовый урон. Это понятно, влияет на базовый урон от оружия дальнего боя. Увеличивает на так это видно было и так. Так, а тут его много будет, смотри, тут 15, 20, 20, 30. Давайте пока не будем этим заниматься, или как его там, можно как-то? Потом почитаю. Давайте пока так, сами будем пробовать разобраться, а там дальше будет видно. Экипировка, броня первого уровня, броня пластина, защита 2. Боевой топор, 5 и 10 урона, и еще, кстати, пистолет у нас есть. То есть и другое нам дают сразу, типа. Можно было, конечно, еще ловкость прокачать, но я же не знал. Ну, пока силу качаем, пока разбираемся так. Потому что ближний урон у нас, видишь, зато ближний бой теперь у нас хорошо прокачан. Очки навыков есть. А, точнее, нет их, но тут можно их выбирать. Так, крафт еще есть, да? Инструмент добычи, железная кирка. Так, давайте я пока прикрою это все. И как оно там? Можем прикрыть это как-то. Ага, приехали, я даже не знаю, как это закрыть. Так, экипировать или закрыть? Это не то, мы закрываем.
Так, я понял. А как это убрать все, пожалуйста, игра? Дай мне подсказку хотя бы какую-нибудь. А, вот, тюбля. Надо было на кнопку нажать, поняли? Вот как открываешь инвентарь, так ее и закрываешь. То есть нету тут ни иксов, ничего. А, куда клацаем, значит, туда и бежит наш вот этот персонаж. Фабрика, улучшаем мы за кристаллы. Урон бомб, урон электрозащиты, сохранение энергии. Суперскорость, кстати, можно свой навык-то прокачать. Дополнительный аккумулятор, вместимость. Блин, давайте пока не будем что тратить на это, потому что мы еще не особо с вами разобрались, что к чему. Так, а ну-ка, дверь. Тут что у нас? Так, так, только можем стукать по нему. Инсталлятор, электрозащита. 8 этих изумрудов, я так понял, стоит. Импульсивный преобразователь. Атакует противника на накопленную электричеством при получении урона. Опять-таки, я сторонник того, что сейчас вот не потрачивать все изумруды, а потом вдруг нужно будет что-то поважнее приобрести. Меч можем купить вот здесь за золото. То есть он будет покруче, да, чем то, что у нас сейчас топор. Ну, чуть-чуть, на один урон, грубо говоря. Но это не столь, на самом деле, важно, не столь, так скажем, пистолетные пули. Я не знаю, сколько у нас патронов на тот пистолет. Ага, можем так двигаться, а можем просто так класться куда. Куда мы хотим, и там будет бегать у нас. Дает бонус к навыку, эликсир воина. Но это же временно, типа, да? Это же не навсегда дает бонус. Ну, короче, пока не будем на это все обращать внимание. Хотя бы одну фотку, я так понял, вот, наверное, скорее всего... Что-то типа рогалика, или там типа сходил на миссию, потом вернулся. По чуть-чуть понять, что происходить будет вообще, в принципе, в битвах и так далее. Мастерская. Закрыта. Найди чертеж для разблокировки. Ага, в мастерском мы... То есть мы будем находить сначала чертежи и благодарим что-то крафтить, да, я так понял. Так, давай уже можно сходить, а то мы уже 7 минут в игре как находимся. Никак не можем разобраться. Ну, точнее, никак не можем увидеть сам геймплей. Так, там вроде дверь была какая-то. Наверное, сюда. Нет, тоже не сюда. Допустим. А, кстати, вот сундук. Вот сундук. У нас в сундуке 19 патронов. Так, а куда дальше? Хорошо, допустим. Как выйти в этот? Подземелье. А тут что у нас? Режим сканирования. Ого, даже такое есть тут. Объект. Мастерская. А, вот что это за розовый такой вот светится? Это портал, наверное? Ага, вот. Так, а дополнительное снаряжение можем прикупить. Что это? Кристалл здоровья. Это что у нас? Случайный артефакт за 15. Похер. Думаю, что так тоже пойдет. Сложность 100%, опыт 100% изначально. Ага, не-не-не-не-не. Нам так не надо. Я думаю просто... Так, а что за сброс? Так, а мы можем убрать? Я не хочу на сложно идти. Или я что-то не так понимаю? Ну, короче, применить. А, то есть мы можем себе или настраивать сложность, или убавлять, да? Сброс. Давайте сбросим ему сложность, не будем себе усложнять в путь. Все, наконец-то, ребят, все. Я думаю, что вы еще тут не задолбались, пока тут разбирался, в чем дело. Так, локация пещера 1. И сразу вот видим с вами, что у нас есть какие-то тут кристаллы. Ай, блин, мы в огонь попали и поэтому потеряли с вами ХП. Так, тут кто-то уже бегает, какой-то чудак. Ага, то есть пошагово, видите, а сколько мы делаем шагов, столько и делает шагов наш враг. Так, это что у нас? Это просто огонь. Это не лут вроде. А ну-ка, попробуем его убить, а? А, это мастер, блин, а я думал, это какой-то враг. Так, перки. Что за перки? Какие-то красные такие камни, да. Некромант, на выбор некромант, рефлекторные открытия. Позволяет призвать до 6 союзных скелетов вместо 4 с помощью черепов. Плюс 20% здоровья призванных скелетов. Ага, то есть мы могли бы купить, но я... у меня нет очков пеков. Так, какой-то сундук. Оп, забираем. А, это карта.
И теперь у нас есть желтый флакон, неизвестный артефакт. Выпейте, разбейте о землю или киньте во врага, чтобы узнать эффект. Ну, блин, знаете, желтый флакон не особо, так скажем, создает доверие к этому напитку. Так, у нас бронепластина больше дает защиты, чем то, что мы сейчас подобрали. Вот это ржавая бронепластина. А, ну понятно, что это ржавая, по-любому будет хуже. Так, применить на себе. И что это было? Нас телепортировало куда-то. А, это, наверное, флакон телепортации был, да, скорее всего. Так, ладно, поехали дальше. Опа, враг появился. Еще что-то мы подобрали с вами. Тоже ржавой бронепластину. Так, оп. Так, база данных обновлена, новое существо. А, кстати, мы можем потом в базе данных смотреть, что мы с вами подобрали и так далее. Так, допустим, тут уже тупик дальше идет. А, мы можем... А, так это еще и, блин, чем-то... Похоже на Майнкрафт, блин. Тут еще, оказывается, мы с вами заодно еще и можем в разные стороны. Торговец. А что, что он может продать? Да. Случайный предмет. За 10. Давайте купим. Шаткая булава. А ну-ка глянем, что это за шаткая булава. Она еще хуже. Игнорирует 60% брони цели. Ну, бронированно. По бронированности бит, может быть, даже и лучше нашего топора. Но не факт, что у нас сейчас такие прям бронированные враги. А у нас, кстати, ломается эта кирка. Она есть где-то указана, типа вот. Да, есть. Мощность 1, скорость низкая. То есть это самая худшая кирка. А дальше будет еще круче, ребят. Прикиньте. А ну. О. Что это такое? Подобрали. Свиток, неизвестный эффект. Опять-таки имеет. Ну, давайте на враге его используем. А, это торговец, думаю, кто-то пришел, какой-то враг. Что-то музыки нету, ничего, да? Вот тут. А ну. Есть тут типа? Нет. Музыку прибавить там, включить музыку и так далее. Так. Ага, изумруды, кстати, тоже вот так добываются. Можем просто стенки ломать с вами, кстати. Ну бы и нет. Может, еще что-то интересное могли бы найти с вами. Прикольно. Считай, тебе и террария в какой-то степени, да? Блин, а? Походу, гоблин какой-то, да? С сокровищами, типа. Падла, а как его, блин, поймать тогда? А можем что-то поставить такое? Или свиток применить? Урод, а? Убегает, смотрите. Мне кажется, что-то полезное будет у него. По-любому же, неспроста же так. А, я ж у меня же пистолет есть. А как мне стрелять в него с пистолета? Как же мне... А, подожди, я понял, кажется. Здесь кое-что у нас есть. Вот такая кнопка. Ага. Опа, с близкого расстояния тоже смогли его стукнуть. Опа, у него кровотечение, это хорошо. Кстати, это что такое у нас? Мы подобрали. Блин, а ну как его победить? Так, сейчас бы не забыть тот ящик. Опа, хорош. А сейчас просто стукнем. Сейчас еще раз. Стрельнем. Блин, как же задолбал этот хрен.
А, мы в бок тоже можем стрелять. Опа, сейчас ударим. У, наконец-то, ребята. И что он даст нам, интересно? Хоть что-то стоящее, надеюсь. Так, зелье какое-то дал, щит и бабки. Ну, не знаю, стоило ли столько возиться с ним. Ближний бой плюс 8, блокирование, блин, плюс 7. Неплохо вроде бы. И как теперь это все выглядит? Ага, типа еще артефакт. А, это как артефакт идет, смотрите, медальон воина. Нет, хорошо, кстати, плюс 8 урона, да, добавлять, так понял. Ближний бой увеличивает. Так, а ну-ка, что еще у нас там? Что-то еще там интересное подобрали такое. Надо проверить. Печенька восстанавливает небольшое количество здоровья. Допустим. Хорошо. Давайте еще изумрудика подберем. А кто это такое? А, тот самый же торговец. Так, подбираем. Какую-то пушку мы с вами подбираем сейчас. А ну-ка. 4-5 урон, перезарядка 2. А что лучше? Да, то лучше. И быстрее перезаряжается, кстати. То есть я не мог постоянно стрелять по тому гоблину, потому что у него еще... После как выстрелил, несколько шагов забирает именно перезарядка. Ну, по времени. А ну, кстати, давайте тут что-то за зеленое. А, я свиток использовал, ребята, и возле меня камни стали светиться. То есть начала игра показывать нам, где находятся там деньги или изумруды. Прикольно. Вот сколько. Или оно преобразовало вот эту руду, вот эти камни, во что-то полезное. Мне в целом интересно, ребят, на самом деле. Мне нравится. Ну, давайте еще пробьем стену. Просто много чего еще непонятного, на самом деле. Куда идти, куда направляться, так скажем. Ну ладно, просто давайте пока пофармим, так скажем, да? Всякое разное. Кстати, белая стена, это тоже какая-то руда. А, это на железная руда. И нам, походу, нужна покруче кирка. То есть без кирки мы здесь ничего не можем делать с вами. А ну подожди, а может быть он что-то может предложить, типа какую-то кирку. Так, давайте вот это случайное оружие. Случайное оружие ближнего боя. Предмет. Давайте за 30 купим. Боевой топор. Новое оружие. А ну-ка. Ну да, поярче выглядит. Блин, мы так уже подготовились хорошо, а куда идти дальше, мы пока еще с вами не знаем. Ладно, давайте побежим дальше. Мы уже подобрали все. Ого! Интересно. Ой-ой-ой, отойти надо. А что, он сам своего прибил, что ли? Ты, блин, а. Вот, теперь хорошо. Что творится? Что? Блять, это откуда? Так, подождите, надо ХП восстановить. Регенерация очков здоровья в течение нескольких ходов. Блин. Ну хоть успеет нам восстановить ХП. Ну, применить. На себе, конечно. Сука. А, там видели? Там видели, оказывается, там же был еще рядом маг какой-то, который кидал нас бомбежки. Я просто его не заметил, ребята, сорян. Опять-таки по новой создаем. Закидываем так. Оп и оп. Хотя можно одну в ловкости. Надо стрелять, все равно тоже приходится. Что теперь у нас? Новое начало. Все, и по новой теперь также можно. А что теперь у нас, кстати, в инвентаре? Что у нас экипировано? Оружие ближнего боя. Теперь на этот раз у нас булава. То есть тут будет надо меняться, да? По рандому, так скажем. Допустим. Не, ну прикольная игра, ребята. Не знаю, как вам, но если вам зайдет, то мы обязательно продолжим. Если нет, то, ну, в принципе, просто будет как первый взгляд, так скажем. Просто посмотрели. Ну, игра хорошая, можно повтыкать, интересно. Там, да, дальше, думаю, всякие еще разнообразия будет. Новый персонаж какие-то еще будет открываться. Новое оружие и так далее и тому подобное. Спасибо, что смотрели до конца. Если вам понравилось, прожимайте лайки, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если все еще не подписаны. Также еще есть телеграм-канал и дискорд-канал. Ссылки на них будут в описании. Обязательно тоже посещайте. До следующего. Всем удачи, всем пока.